Так, вверху Луна, внизу Альдебаран. Меньше 5 угловых градусов между ними. Открыли нам облачка 27 декабря 2020 года в Харькове. Видно эту красотень. Сейчас Альдебаран спрячется с облачками. Луна совсем белым пятном выглядит, да? Но это стандартные настройки. Извиняюсь, потому как хочется снять еще и Юпитер с Сатурном. Сейчас чуть-чуть поснимаю Луну. Надеюсь, за это время выйдет из облаков Юпитер и Сатурн. Вот так. О, а он по касательной как раз кратер. А, это мы просто на него смотрим. Да, спрашивают, почему круглые кратеры все, почему нету по касательной. Да и я спрашивал. Потому что скорость входа астероида в грунт Луны настолько высока, что это нельзя сравнивать с падением снаряда, который рытвину оставляет. По касательной падая. Это мгновенное превращение всего вместе столкновения в жижу. И поэтому все кратеры выглядят так, как будто камни падают в грязь жидкую. А потом застывают. Кратер Платон справа вверху кругленький, аккуратненький, 100-километровый. Линия утреннего терминатора. Соприкосновение света с тенью до полнолуния. Утренний терминатор после. О, кратер Аристарх. Беленький. Аккуратненький. А где у нас? А вот у нас. Альдебаран. Последователь в переводе. Следует за Плеядами. Ну, стандартные настройки, это значит, что все пересвечено. Не буду мучиться. И пошли к Сатурну, Юпитер. Вон их облачка уже освободили. К моему, я надеюсь, к вашему удовольствию. 35 угловых минут расстояние между Сатурном и Юпитером. Нет, облачко такое настырно цепляется за наших виновников торжества. Мы подождем. 1 миллиард 626 миллионов километров до Сатурна, который справа. Слева мы видим спутник Каллисто, потом идет Юпитер. Да, жалко, сейчас не могу увеличить полностью. 22 числа снимал, и в максимальном увеличении у меня и Сатурн, и Юпитер оставались в кадре. Это было шикарно. Можете посмотреть на этом же канале. Так, Юпитер, а за ним первый спутник — это Ио, а второй — Ганимед крайний. К сожалению, спутник Европа прячется от нас непосредственно за Юпитером.
Где вы? Ладно. Оставил все как есть. 16:37 по Киеву в Харькове. Пошли на Сатурн посмотрим. А сейчас вообще, чем ближе к горизонту, тем через более плотные слои атмосферы приходится на него смотреть, атмосферы Земли. И поэтому все менее и менее четко. Харьков город промышленный, загрязненный. Ну да, блекненько. Ну ладно, давай сейчас еще один дублик сделаю. декабря 2020 года, Харьков. Да, снято на фотоаппарат, не на телескоп. 125 крат оптического увеличения и 4 цифрового.